Всем доброго времени суток, с вами канал Art Mania, и сегодня мы с вами будем готовить шарлотку. Ну, в принципе, по названию вы уже догадались. Так, нам понадобится 200 грамм сахара, 200 грамм муки и 5 яиц. Здесь тоже получается 200 грамм. Также мне понадобится 1 столовая ложка соды. Если у вас разрыхлитель, тогда можете добавить его. И ванильный сахар, 2 столовые ложки тоже. И, конечно же, нам понадобится наша чашечка. Я буду все взбивать здесь. Значит, мы выливаем с вами наши яйца. Опа. Высыпаем туда наш сахар. Так, ванильный сахар, 2 столовые ложечки у нас тут. Ну, получается как 20 грамм. В одном мешочке 10 грамм, тут получается 20. Так, сода наша, 1 столовая ложка. Так, и мука. Что касается муки, будем добавлять, и, возможно, придется добавить еще, посмотрим. Может быть, даже будет мало. Начинаем все перемешивать. Так, откроем, посмотрим, что у нас там. Все довольно, кстати, хорошо вполне. Но мы все же со стенок немножечко опустим вниз, чтобы на стенках. Добавлять, я думаю, не придется. Она, в принципе, вот она, как должна быть. Больше не надо, чтобы было. Так, нам понадобится 3 яблока и 1 сверху. Сверху будут у нас дольки. Так, сейчас мы сначала займемся вот этими яблочками. Вот так вот режем. Отрезаем у них серединки и чистим их. Так, ну вот мы с вами яблоки порезали. Здесь у нас вот кубиками, в принципе, этого будет достаточно. Здесь у нас с вами дольки, которые мы положим сверху. И сейчас мы будем с вами все это добавлять. Так, ну вот она, наша смесь с вами отдохнула. Теперь мы берем яблоки. И вываливаем туда. Все перемешиваем. Так, теперь все это выкладываем в силиконовую формочку. В
И отправляем теперь в духовку до полной готовности. Такая она прям красивая получилась. Так, ну вот она наша с вами шарлотка. Как всегда, поджаристая, как я и люблю. Обожаю такие вот черные всякие точечки, прям вообще, ох. Как вулкан, немножечко она поднялась. Немножко вот вид сбоку. И давайте ее, прям знаете, вот тут такой вот красивый, как цветочек получился. Давайте ее разрежем и посмотрим, что же у нас там внутри. Так она выглядит. Так она выглядит сбоку. Тут прям такая же блестит. Тут чуть-чуть поджаристая, да? Такая большая. Хотя снизу она не поджарилась, только вот сверху. Так, давайте ее сейчас попробую я. Так вот отрежем. Очень вкусная, прям бесподобная. А вспоминается, как у мамы. У мамы точно такая же получается. Очень-очень вкусная. Сладкая, но я бы, наверное, побольше еще добавила сахара. Все-таки мне хотелось бы послаще. А ванильный сахар, что-то, честно говоря, не почувствовала я. Сейчас еще попробую тут с яблочком. Яблоко прям получилось такое нежное, такое вкусное. А, прям шарлотка, знаете, такая прям ароматная. И то, что даже вот тут чуть-чуть пригорело, оно, в принципе, оно даже не мешает. Ну, оно как не подгорело, как поджаристая такая просто получилась. Вот очень-очень вкусно. Прям, знаете, вот хочется еще, еще и еще есть. Ну, в принципе, да, она сладкая, довольно сладкая. Вот, но послаще хотела. Хочется, знаете, честно, полить еще сверху чем-нибудь, каким-нибудь там, не знаю, сгущенкой или сметаной сладкой, там что-нибудь сверху такое. Или вареньем, да-да-да, вот, кстати. Что-то такое очень вкусное, очень такая классная она получилась. Вот оно, яблоко, в принципе, яблоки, они посередине, сбоку, где-то нет яблока, где его нету, тоже очень довольно вкусно. Такое вот он вообще прям классный. Все так и хочется сказать, запеканка. О, Дима пришел. Шарлотка очень-очень вкусная. Что, ты тоже хочешь попробовать? И ребенок пришел даже. Иди сюда. Твое мнение. Вкусно, да? Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Как получилось у вас? Получилось ли все вкусно? А сладкая она для вас или нет? Чем вы ее, может быть, поливаете чем-то сверху? Каким-то вареньем, может быть? Или яблочным, наверное, вареньем? Также пишите свои другие рецепты, может быть, вы добавляете что-то другое или что-то еще, или делаете как-то по-другому. Обязательно пишите мне в комментариях под роликом в YouTube. Да, понравилось тебе. И всем пока-пока.